Большинству нужно отказаться от всей своей собственности. У большинства нет никакой собственности. Наша проблема не они, а господствующий класс общества, живущий капиталистическим доходом от наемного труда. И можно путь? Куда? Светлая путь. Государь-император, он тоже узурпатор? Я же говорил. Главное, не забывай, кто ты. Я пошутил. Так вот, почем нынче офицерское слово. Прокатимся? Кайгу, мадемуазель? До встречи на том берегу.